Еще недавно считалось, что в секонд-хендах вещи покупают только те, у кого не хватает средств на новую одежду. На самом деле в таких магазинах можно встретить людей с разным уровнем достатка. Знакомьтесь, это Кристина. Она занимается организацией мероприятий, а значит, всегда должна быть в хорошей форме. В секонд-хенд мы пригласили девушку ради эксперимента, чтобы выяснить, можно ли здесь одеться стильно и так, чтобы никто не догадался, сколько это стоит. Кристина, я вам предлагаю примерить образ в стиле casual. Это рубаха. Ее как бы она достаточно функциональная, потому что вы можете ее носить как самостоятельно, например, с леггинсами или брюками, так и в более свободном образе, например, пододев топ, допустим, да, или футболку, да, создав такую сейчас актуальную многослойную. Марина – директор магазина, но не считает зазорным консультировать посетителей в выборе одежды. Нашей модели Кристине она предложила сразу три образа. Вариант первый – непринужденный городской стиль. Как вам? Мне нравится, на самом деле, такой универсальный образ, в котором можно и на прогулку, не знаю, на какой-нибудь концерт, просто встретиться с друзьями где-нибудь в кафе. Да, такой абсолютно casual. Да. Согласна с вами. Непринужденный городской образ Кристине пришелся по вкусу. Не теряя времени, Кристина решает продемонстрировать второй вариант. Вариант 2. Образ активной леди. Я думаю, Кристина будет использовать этот образ для прогулок. Он, правда, очень теплый и подойдет на такую прохладную осень, когда еще мы не надеваем куртки-пуховики, но уже хочется утеплиться. И у меня как раз есть собака. Мне кажется, вот гулять вечерами или по утрам с собакой – самое то. В третий образ решили добавить немного женственности, ведь у каждой леди должна быть в гардеробе летящая юбка. Вариант 3. Романтичный образ. Третий образ, который мы выбрали для Кристины, он простой, понятный, более женственный. Его легко модернизировать в более романтичный и использовать для выхода в театр или в ресторан. Для меня большим откровением стало то, что здесь можно подобрать брендовые вещи. Причем бренды абсолютно разные. И люкс, и какой-то масс-маркет всем известный. И оказывается, есть даже специальные охотники, которые знают, когда приходить. И выбирают самое-самое лучшее для себя. Как отмечают знатоки, в секонд-хенде можно встретить вещи известных европейских брендов хорошего качества и по доступной цене. Кроме того, можно дождаться скидки в 90%. И если повезет, купить стильную вещь за копейки. Бренд – это всегда качество, и в магазинах секонд-хенд, конечно, можно найти их большое количество, при этом по очень доступной цене. И все-таки выбор одежды в секонд-хенде требует особого внимания. Не секрет, что эту фирменную куртку или красивую кофточку уже кто-то носил. Правда, стоит отметить, что весь товар тщательно обрабатывается. И если вас ничего не смущает, тогда творчество вам в помощь. Ведь именно в таких магазинах, где каждая вещь представлена в единственном экземпляре, можно создать уникальный образ.